смеситель озера, то, что мы видели, сам цех. И плюс котельня, вот она. Полностью все идет питание паром. Да. Вот стоим мы сейчас здесь. Вот прошли здесь, стоим здесь. Теперь все, вот маленькая кассетка. Внутрь заливается вертикальное положение, подается пар на каждую отдельно, включается вибрация, и вот взять через 10 часов выходит готовая панель. Она доходит до ватки некоторую, и выходит уже готовая панель. Вот, вот здесь идет все, здесь вот цех доводки, и на улицу выходит, и там хранится. Здесь собирается армокаркасы, это самая важная часть панели. Да. Вот здесь тоже покажем. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что буквально 2 года назад мы представляли план развития города Улан-Удэ в юго-западном и юго-восточном направлении. Главе республики Бурятия Алексею Самуиловичу Цидину, заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. И тогда план развития нашего города был одобрен. Одобрен был как раз таки и проект строительства вот сегодняшнего домостроительного комбината. Я очень рад, что именно в городе Улан-Удэ появилось с нуля новое промышленное производство, промышленное домостроение. И благодаря этому у нас здесь в 148 квартале буквально в течение 2 лет будет построено 10 многоквартирных жилых домов. А в течение 10 лет в юго-восточном направлении будет сданы 6 новых жилых кварталов. Буквально за 2 года где-то 1500 наших горожан справят новоселье в новых качественных современных домах. Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, площадью от 36 до 78 квадратных метров. Домостроительный комбинат, который сегодня, спустя 1.5 года после того, как было подписано трехстороннее соглашение между правительством Республики Бурятия, Бурят-Гражданстроем и администрацией города Улан-Удэ, вот как раз таки сегодня тот день, когда мы официально запускаем комбинат в работу. Просим вас нажать кнопку запуска, чтобы ознаменовать начало производственных работ. Итак, домостроительный комбинат открыт и начинает свою работу. Здесь запланировали УНИРБ, нормальные улицы, здесь по генплану идет